Спортсмены-любители собрались в этот день на площади перед обелиском славы, чтобы принять участие в соревнованиях по дуатлону. Дисциплина включает в себя два вида состязаний – забег на расстояние в 5 километров и заезд на велосипеде, где участникам нужно преодолеть 15 километров. Отправив своих железных коней на место завершения первого этапа – забега. Услышав слова напутствия от самого старшего, 70-летнего участника соревнований, двоеборцы подошли к старту. В организации праздника спорта поддержку оказали дорожные полицейские, которые сопровождали участников на всем протяжении пути. Маршрут легкоатлетического забега, протяженность которого составляла 5000 метров, начался с улицы Машхужу-Супа, по Уэзово до городского центра культуры УНЕР, где спортсмены пересаживались на велосипеды и отправлялись по дальнейшему маршруту. Дверь закрываем, дверь закрываем. Оседлав экологически чистый транспорт, двоеборцы с улицы Мухтара Уэзова сворачивали на улицу Энергетиков. Маршрут проходил до улицы Пшимбаева, по которой участники доезжали до проспекта Кунаева. По промышленной зоне Экибастуза участники дуатлона добирались до улицы Турайгырова, с которой сворачивали на Машхужу-Супа и к месту начала соревнований, где и был финиш. Там завершивших гонку спортсменов ожидали судьи, фиксирующие время преодоления дистанции. Трассу протяженностью 20 километров первым преодолел 18-летний спортсмен-любитель Петр Малахов. Учусь я на третьем курсе ЭГТК имени Касымы Пшимбаева. Дистанция прошла хорошо, бег немного тяжеловато шел, а когда пересел на велосипед, все разошлось. Все призеры были награждены ценными призами, а грамоты за участие в турнире были вручены всем спортсменам без исключения.